Костле. Нормально народу. Чел прям первый летит. Пушек нет. Нормально. Потом у меня есть. Это была ошибка туда подниматься. Он мог на самом деле встать и перезарядиться вот здесь. Два раза чел попал, офигеть. Ну, почти. Слушай, а я, наверное, с Жишкой сыграю. Я ее никогда не брал. Хочу с ней поиграть. Вроде как нормально убивает даже. Для пятерочного оружия. Он же меня не заметил, правильно? Хорошо. Привет, Эль Пабло.
Да как я так в первый в голову-то не попал? Как будто бы идеально на голову нацелился. Без колеса. Ой, сюда едет, да? Ну, это мне хорошо в голову первый попал. Так, тут есть 6. Тимпиком мужчина был. Этого мне теперь не найти, а вот тачка еще едет. Но это мимо. Там дропы скинула. Я бы хотел на самом деле дропы забрать. Как же все синее у меня, это капец. Просто синяя карта. А он сейчас остановится. Чтобы в него пострелять, а я сзади. Ну это НТ для него вообще максимальный. Я просто ложусь и спрей в него. Успокоил его, блин, офигеть. А отсюда где чел, который стрелял? Ладно, поехали. Как будто бы тут больше нечего ловить. Так, тут тачка стоит и чел у меня. А, и тут еще и дропы, да, упали? Чел наверх поднялся, у меня еще справа чел. Мне надо похилиться как-то.
Ох, ужасно у меня это все выглядит. Карта ужасно выглядит на мониторе на моем. Я не знаю, что сделать. Может, какой-то Shadow Boost поменьше сделать, я не знаю. Как еще? Просто потому что... Ну... Вот прям все синее. Так еще хуже. Так, а тут парень тоже с джишкой. Ужасный цветокор. Игнат, можешь показать после игры настройки графы, что нужно включить или выключить? И подскажите, пожалуйста, интернет хороший. Все норм, ну пинг в парке капец подставляет всегда 100 или больше. Ну, по пингу только переезд поможет, а по графике лучше на минималке играть. Спасибо большое, спасибо за полтосик. Я прям чувствую, что я проиграю просто из-за того, что кого-то не заспотаю. Вот этот в голову получил. А что он дальше стреляется, зачем? Слушайте, я на самом деле, наверное, дропы заберу, схожу. Ну просто нереально вот видеть кого-то. Вот у меня вижен, знаете, докуда? Вот до сюда, все, я дальше, просто у меня все синие. Как будто пелена какая-то. Это было хорошо. Но он там в сейве. Вроде как. Не знаю, возможно, у других также, но вчера я играл с Макичем, и он говорил, что у него такого нет. Хотя у меня на трех мониторах везде все синие. Я не знаю, что это за прикол. Шаман тоже говорит, у него нет, а у меня на всех трех мониторах. Ты играешь что-то с подписчиками? Или тоже нету интереса в этом плане? Спасибо, Анонимус, спасибо, спасибо большое. Подписчиками, ну, я не помню, когда последний раз честно играл. Начнем с этого. Спасибо большое. Old Man Merlin. Взорвал чувака, которого я нокал. Значит, чел туда приехал и убил его. Может, мы будем крысой? Берем, короче, делаем вот так вот. Падаль. Блять. Ну в какой же я жопе? Да иди ты нахер просто. What the fuck, просто. Это просто жесть какая-то. А чё, у того чела какая-то солидарность проснулась или что? Почему он перестал по мне стрелять? На, блин, дострелял.
И ты тоже дострелял. Постреляли, пацаны. А со мной сыграешь? Да, я соло пока что играю. На стриме тоже синева, я не знаю, есть ли у вас. Вот я смотрю, короче, у меня сейчас монитор OLED, справа монитор IPS. И как будто бы на IPS-ке меньше вот этого, а на OLED больше. На TN тоже дофига, на VA тоже дофига. Вот я на IPS не играл давно. Возможно, IPS в этом плане тут как раз-таки прям норм показывает картинку. Фиг знает. Шаман на IPS у, по-моему, Макичи тоже, кстати, по-моему, тоже IPS. Не, я не буду яркость скручивать, это бредятина полная. Типа, делать... Вот они делают, грубо говоря, добавляют туман, чтобы что? Чтобы я просто яркость в ноль убирал? Ну, получается, это баг, раз ты его фиксишь таким образом. Ну, или обузишь эту хрень. Получается, это баг. Я делаю вид, что я просто убежал. Он сейчас пойдет. Сюда. Логика. И у него АВД. Надо смоков набрать. Ну, этот чел тоже сейчас пойдет, кстати. Смоков надо побольше. Даже, наверное, дым-пушку можно взять. Чтоб сразу открывать и через смок стрелять. Этот прицел на самом деле тоже такой читерский прям. Там что такое? Тачка, да, стоит? Просто. Там чел какой-то бежит. Давайте, наверное, вот так сделаю. Ага. Нормально. Чисто. Офигенно выглядит. Ну да. Естественно. Спинку пострелять, это, конечно, ваше все, блин. Тебе же не надо потом никуда бежать. Абсолютно. Так, этот чел, я так понял, пушит, да? Где сзади чел был? Найти, убить. Этого не вижу. Угу, понял. Там он за камнем. Меня волнует сзади корячник, который был у меня.
этим термальником, ну прям вот топ вообще. Херачить. Я ему смок специально дал, чтобы, если что, прострелить его через смок. Наверное, удивлен. Или не удивлен. Там где-то чел? Вот. Замечено. Убил. Тут в будке чел смотрит. Еще слева есть один. Второй еще. Ну тут как будто бы все закрывается уже. У меня теперь броника нет, ребят. А, так это ласт остался, получается. Там ласт. А, ну и все, что получается. Я просто делаю вот так. Себе смог даю еще. И все, и он думает, что он выиграл. А на самом деле нет. Блин, капец. Это имбово просто с термальником играть. Плотная двадцаточка залетела. Ну, джишка нормальная. Джишечка, джишечка. Я настрелял. Ну, 2400 урона еще, ошалеть. Нормально я тут повоевал.